Беларусь. Что они отвечали? Что вы писали? Даже там ничего не писали. Я за все ответила, что вы писали. Привет. Спасибо большое, Виталий. Вам тоже здоровья. Всем близким вашим. Не за что. Или каким-то выходить. Спокойной ночи, спокойной. Высыпайтесь. Завтра было отличное настроение у вас. На целый день. Идите ко мне поближе. Вы уже написали мне идти спать. Я уже видела это. Так что можно не повторяться. Спасибо за розу. Спасибо, Атель. Привет-привет. Спокойной ночи. Все, всем пока.